Так, значит, я весь такой уставший, задроченный. Думаю, надо бы как-то, наверное, все-таки разобраться, что это вот за контакты такие, которые были скручены. Думаю, я их, наверное, раскручу и как бы, ну, замотаю изолентой, чтобы нигде ничего, не дай бог, не произошло. Я, значит, так и сделал. Вот. Остатки изоленты. Короче, дальше прикол. Я заглох и не мог запуститься. Бензонасос не работает. Думаю, вот что же это такое может быть? Что же, почему же и как? Ну и значит, берем мы, запускаемся и слушаем. Тишина. Теперь мы делаем вот тут скруточку. Такая вот охренительная система. Сейчас. Вот так вот скруточку сделал. Теперь слушаем внимательно. Оп. То есть вот эта вот херня, которая торчит, вот она. Это бензонасос. Это кнопка включения, блядь, бензонасоса. У меня все.